Привет, дорогие мои, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить «Чужой против хищника», вторую часть от Monolith Studios, и сейчас у нас вторая серия «За хищника». Мы попали на эту планету и, судя по всему, начинаем тут охоту, начинаем охотиться на бойцов этой корпорации Weyland Yutani, которые в свою очередь открыли сезон охоты на нас. Но я думаю, у них ничего не получится, потому что это все-таки хищник. Так, как они меня заметили? Интересный вопрос. Так, хорошо. Ой, тупые. Ну, это натуральное избиение младенцев. Ну, в принципе, весело. Дает себя почувствовать каким-то таким хищником натурально. Так, вы что, возвращаетесь, что ли? Так, надо собрать. Не надо собирать. Хорошо. Все свое ношу с собой, сюда мы войти не можем. У ребят все явно пошло не так, как они планировали. Так, наберем энергии. Мне нужно определиться, с чем ходить. С одной стороны, мне нравится диск, с другой стороны, мне нравится винтовка. Винтовка, по-моему, более скрытное и удобное оружие. Давайте пользоваться пока ей. Ну-ка, подожди. Ребята, что не дохренали вас? Так, ну чё? Кто первый? В принципе, сложности никакой. Это, я так понимаю, пока. Порвал в клочья. На британский флаг, как говорится. Все время забываю включать невидимость, потому что она тут на очень неудобной кнопке. Так. Находится она на кнопке P. Не знаю, по идее, можно куда-нибудь поближе, конечно, поставить, но так, привыкну. Хорошо, здесь были чужие. Это может быть опасно. Теперь мы подлечимся. Ой. И по новой наберем энергию. Все, как новенький. Сохраняемся. Становимся невидимым. Идем дальше. Блин, вода. Вроде никого, да? Ага, никого. Давай, иди сюда. Это какой-то реальность, я так понял. Давай, давай. Чё?
Было прикольно. Да, наших поймали. Ну, за это вы, ребятушки, ответите. Это я вам гарантирую. Они, похоже, уезжают. Ладно, сочтемся. Земля круглая. Хорошо. Куча народу. А нужно ли мне убивать абсолютно всех? Я так не думаю. А мне, по идее, надо следить за этими грузовиками. Они чувствуют, что я приближаюсь. Ладно, хоть чуйка не подводит. Прям всех валить, я думаю, не буду. Как-то больше на отыгрыш. Спешить нам некуда, да? Они все равно заперты на этой планете. Никуда не денутся. Давайте их потроллим. Оп! Пусть ищут. Ой, 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 ой. Ну ничего себе. Это называется быстро ответка пришла. Вас убили. Хорошо. Только ничего хорошего. Ну ладно, но мне как-нибудь теперь... Все, блин, что так долго? Давайте попробуем еще раз. Она, похоже, работала на движение, что ли? Я не понял, честно говоря. Что, страшно? Ладно. Хорошо. Возьмем трофей, раз уж пришлось его убить. Тихо. Так, блин, все, парюсь. Там есть люди, и там есть люди. Интересно, такое расстояние меня заметят. Я, пожалуй, подкреплюсь. Так, ставим невидимость, записываемся и пошли вперед. Ага, они, похоже, туда ушли. Так, так, так. Наверху, по-моему, еще один был. Добрый день. Никак им доест. Оп. Ладно, не будем шуметь пока. А отсюда, я так понимаю, мы не пройдем. Ладно. Хорошо. Как скажете.
Оно мне по-любому, похоже, придется... Да, похоже, придется пройти мимо них. Так что выбора-то у тебя особого нет, придется умереть, ребят. Глухие. Все нормально. Так. Да не кричи, ну что ж ты шумишь-то? Нам похоже куда-то туда. Так, чё это ты сполошился-то? Всё спокойно. Ой. Да. Это даже слишком просто. Хорошо, двигаемся дальше. Да, блин. Аккуратно. Не надо нам этого. В принципе, насколько я понял, двух-трех таких очередей будет достаточно, чтобы хищник отдал концы. Поэтому надо быть поосторожней. Блин, ну крик, конечно, смачный. Быстрее бы уже... Ой, попасть... Так, это что такое было? Попасть в комплекс какой-нибудь. Мне не нравится по природе ходить, честно говоря. Потому что здесь все очень некрасиво и как-то, блин, ну вообще неинтересно на открытых пространствах. Мне больше нравилось всегда как-то в коридорчиках и тому подобное. Хотя там, конечно, не стихии хищника, но тем не менее. Так, ладно. Подожди. Твою мать, я что, назад шел? Блин. Вот я про это и говорю. То есть все очень похоже. Блин, опять я тут застреваю. Тут, я думаю, что так тихо стало. Оказывается, тут уже просто все умерли. Так, ну и нам тогда получается вон туда идти. Как-то я так запутался. Это, видимо, когда у меня мышка дернулась, я наверх посмотрел. После этого я и потерял ориентацию в пространстве. Ладно. Пока что все спокойно. Я бы даже сказал, пока что скучновато. Это что, это тупик? Отлично. Что мне делать? Вот так более хорошо видно то, что тут в темноте находится. Давайте пока так побегаем. Хотел сказать, может мне вниз прыгнуть, но я не вниз. Ладно.
Так, и продолжаем. Игра у меня что-то вылетела, короче говоря, и мы находимся сейчас практически в том же самом месте. Мы вон там застряли, и сейчас я загрузился. Короче, вон оттуда мы спустились, сюда вышли, и давайте попробуем теперь в эту сторону сходить. Я думаю, тут будет то, что нам нужно. Игра вообще, честно говоря, геморрой какой-то. Во-первых, в ней... Ой, тихо. Во-первых, в ней очень тяжело поменять разрешение на широкоэкранное, то есть она официально их не поддерживает. Кроме того... Так, да, мы, похоже, правильно дорогу идем. После того, как убивает главного героя, она, похоже, улетает. Просто тупо зависает, и, видимо, в этом дело. Честно говоря, затрудняюсь сказать, в чем прикол, но вроде когда играл за человека, такого не было. Блин, я, честно говоря, запутался уже, что, где, когда. Хорошо. Очень даже хорошо. Блин, а мы опять пришли сюда, да что ж такое? Мы ж тут были. А, вот. Вот туда, может. Блин, я, честно говоря, уже запарился тут кругаля нарезать. Да, похоже, что сюда. Бесшумное убийство. Ну как бесшумно? Поржать-то ему все равно. В радость. Так, ладно. Нужно подлечиться. Так, без палева покричал. Хорошо. Что-то я, блин, парюсь при этой игре за хищника. Натуральные лабиринты какие-то. Зачем так делать? Ага, найдете у меня. Если я того не захочу, то не найдете. Пожалуй, мы не будем их особо убивать. Тупо пройдем вон туда. Куда-то туда нам, похоже, надо. Ой, упал. Хотел как в фильме, когда хищник путешествовал по деревьям. Никто не мог его найти. Да блин, но... Ой. Да. Хищник из меня пока что не особо хороший. Так, хорошо, ладно. Нам, похоже, вот сюда. Пусть меня ищут там. Большая высота, осторожно. Понятно. Это интересно, пролетели десантники, которые прибыли сюда на планете. Ага, нас снайпера ждут. Я думаю, это десантники как раз прилетели на планету, потому что действие, в принципе, происходит параллельно с событиями из кампании за десанта, десантуру. Так, снайпера. Не палимся. Сейчас снайперов-то особо не видать. Добрый день. Так. Нормально. У нас синтетик. Блин, какой крепкий, смотри.
Уф, так. Че, он отъехал? Еще синтетик. Все, кажись. Прости, но было весело. Так, надо диск вернуть. Хорошо. А теперь что нам надо? Теперь нам нужно подлечиться. И теперь нам нужно узнать здоровье. Все, как новенький. А другой вопрос, куда мне теперь идти? Да. Я бы даже сказал, очень интересный вопрос. Так, там такое ощущение, что за дверью стоит броневик. Поэтому надо быть осторожным. Искать. Блин, да прыгает. Ух, блин, как неудобно прыгать из приседи, учитывая, что кнопка приседать здесь на левом шифте. Так, хорошо, куда мне идти? Стандартная, блин, проблема при игре за хищника — это куда мне идти. Так, ну вроде он туда, да? Вы же знаете, насколько я ненавижу в шутерах прыжковые упражнения, а тут они в полном объеме. Ну да ладно. Я сразу предупреждал, что компания за хищника, она будет скучнее, чем компания за морпеха. Вы сами просили. В принципе, к середине она вроде как расшевелится. Но это будет к середине. Во, наконец-то мы в комплекс, похоже, прибываем. Ага, как раз морпехи приехали. Или нет, это хищников привезли, плененных. Значит, нам туда дорога. Ох, какая у него винтовка. И сейчас нам нужно будет попасть в этот комплекс. А, но знаете что? По своей обычной привычке я перенесу это на следующую серию. А, но пока что это все. Увидимся в следующих сериях. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока. Ой, блин. Опять заговариваюсь. Пока, короче.